Действительно, Лукас Васкес бьет, и Буффон выручает. Но Джорджо Келлини, они уже 857 матчей! Какой голешник! Закончил вообще все! Какой голешник, боже ты мой! Вот после этого точно можно заканчивать, по крайней мере, на сегодня, потому что лучше мы уже не увидим совершенно точно ничего. Феноменальный гол Криштиану Роналду! Потрясающе! Гениально! Изумительно! Невозможно что-то придумать еще, чтобы это описать. Этот гол Криштиану Роналду, наверное, за последнее время самый крутой. И, конечно, многие им восхищались, даже болельщики Ювентуса. Но сегодня у нас, ребята, будет ответный матч. Ювентус едет в Испанию, в гости к мадридскому Реалу. И, конечно, многие скажут, что уже все потеряно, шансов нет. Но вспомните вчерашний матч Барселоны и Ромы, которая в первой встрече тоже проигрывала 4-1. Но смогла выиграть дома 3-0. Возможно, Ювентусу было некомфортно играть при своих трибунах. Возможно, именно в гостях они смогут раскрыться. Да, правда, без Паулу Дибалы, но все же есть там свои исполнители. Да и мадридский Реал дома частенько пропускает. Но, конечно, я думаю, при таком результате они не захотят отпускать победу. Вот такой вот стартовый состав я накидал. Коста, Игуаин, Куадрадо, Пьянич, Хедира, Матьюди, Александра, Келлини, Барцали, Лихштайнер и Буффон. Ну что ж, давайте приступать. Ну а вы поддержите видео лайком и также пишите свои прогнозы. Отыграть результат 0-3. Это, конечно, ребята, тяжеловато, но нет ничего невозможного. Всякое в футболе бывает. Посмотрим, получится ли у нас сегодня забить хотя бы что-то, ну и не пропустить в то же время от Реала. Нужно хорошо прессинговать. Здорово, Хедира. Пас на Гонсало Игуаина. Тот пытался пробить, не вышло. И снова накрывали Модрича. Даже опасная игра. Да, и судья встречу останавливает. Снова Матьюди. Хедира бьет по воротам, но Навас намертво мяч забирает. Пьянич. Игуаин стеночку пытался разыграть. Удар по воротам. И вот Джан-Луиджи Буффон уже в игре. Первый угловой у наших ворот. 30-я минута. Ну и что, мадридский Реал решил разыграть. Да, так и есть. Роналду с мячом откидывает на Модрича. И еще один угловой. Третий угловой за пару минут. Джан-Луиджи Буффон выбивает мяч просто подальше. Снова Модрич, снова Роналду. И снова угловой. Хорошо, Пьянич. Без нарушения правил. Там уронили. Уронили Игуаина. Удар по воротам от Хедиры и рядом со штангой. Александра, хороший отбор. Тут же вперед на Дугласа Косту. Игуаин, ну же, Куадрадо. И снова не попадает угловой. Здорово. Пьянич. Тонкий пас на Дугласа Косту. Хедира. И Серхио Рамос снова выбивает мяч. Но чувствуется, что мадридский Реал играет вторым номером. Не особо они стремятся в атаку. Стараются больше удерживать мяч на своей половине, стараются больше контролировать его и просто отбиваться. 4-4 по ударам после первого тайма, пока счет 0-0. Ну и 45 минут есть у Ювентуса, чтобы хоть что-то придумать в этом двухматчевом противостоянии. Дуглас Коста! Рикошет и еще один угловой. Пьянич подает. Пошла подача. Удар Келлини. Один гол есть. Ну вот хотя бы стандарты. Хотя бы стандарты. 48-я минута. Пьянич сделал отличную подачу. Келлини выиграл вверх. Продавил он и Тони Кросса, и Серхио Рамоса, и поразил ворота мадридского Реала. Гаррет Бейл здорово развернулся. Прокинул мяч вперед. Подача на дальнюю. Здесь Буффон. И снова Хедира. Не очень быстрый, но... Пас на Игуаина прошел и 2-0.
А точнее 0-2, ребята. Да, это здорово. 56-я минута. Гонсало Игуаин поражает ворота мадридского Реала после великолепного паса от Сами Хедиры. Но не накрыли. Не накрыли здесь Игуаина. Хедира, здорово. Матьюди! Но такие для Наваса удары не очень страшны. Здесь все может быть. Криштиану Роналду. Пяточка отыгрывает на Ковачича и просто от расстрела спасаем и Буффона, Бензима, Казимира, Куадрадо против него. Хорошо. И это контратака 4 в 2. Очень опасно. Очень опасно Криштиану Роналду. Удар по воротам, гол. Ну, здесь, конечно, убежала вся защита Ювентуса. Криштиану Роналду выбегает 1-1 против Джан-Луиджи Буффона и забивает один гол. Теперь нужно забивать еще два мяча. Уходит Куадрадо. Пошла подача на дальнюю. Дуглас Коста не попадает. Васкес. Хитрый удар по воротам. Ждет подключение Косты. Коста! Коста не попадает. Еще один удар от Васкеса, и Буффон на угловой переводит. 3 минуты арбитр добавил. Навас в атаке. Даже он уже пошел забивать. И смотрите-ка, сейчас был близок к тому, чтобы забить. Роналду. Опасно, Карвахаль подключился в атаку. Ну и Реал еще и прижал под занавес матча нас. Снова Карвахаль. Васкес, удар по воротам, Буффон, и побыстрее туда. И все, друзья. Звучит финальный свисток. Победа нашей команды в этом матче. Но если брать по сумме игр, здесь, конечно, мы проигрываем. Мадридский Реал по нашей симуляции проходит дальше. Ну а вы пишите свои прогнозы в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании видео. С вами был Локи, всем спасибо, всем пока.